Так, Люб, теперь ты, пожалуйста, помогай нам. Несколько десятков школьных ранцев с канцелярии прибыли в Павловский район. По этому поводу в комплексном центре соцобслуживания населения даже устроили небольшой праздник. Для семей с детьми организовали чаепитие. Но прежде сотрудники созданного полгода назад благотворительного фонда «Мой Алтай» вручили школьникам подарки. Вот этот, хорошо. Открывай. Смелее. Формованные школьные ранцы с анатомической спинкой, чтобы не испортить ребенку осанку. Правда, дети выбирают себе рюкзак по внешним данным, расцветке и рисунку, и больше радуются его содержимому, особенно будущие первоклассники. Каску. Угу. Пластилин. Так. Тетрадки. Угу. Рюкзаки вручают в рамках краевой акции «Соберем детей в школу», которую вот уже много лет проводят в регионе. Традиционно в течение августа соцзащита при содействии благотворителей оказывает помощь разным категориям нуждающихся – и многодетным, и семьям участников СВО, и малообеспеченным. На этот раз пригласили тех, кто находится в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. Ну, конечно, я очень виновата перед детьми, но исправляюсь все, чтобы... Детки были со мной, это самое главное, чтобы были сыты, накормлены. Ну, а для вас 5 тысяч это крупная сумма же? Ну, конечно, да. На эти деньги можно, там, я не знаю, какое-то что-то другое купить. Побольше колбасы. Накормить. Да. По Павловскому району очень много семей, которые обращаются прежде всего за вещами, за предметами первой необходимости. То есть у нас и вещи БУ раздаем мы на постоянной основе. То есть если нет сезонной одежды у ребенка, они в любой момент в рабочее время могут приехать и выбрать себе из того запаса, что у нас есть, что-то подходящее по размеру, по сезону, по возрасту. Нередко соцработники уточняют потребности нуждающихся семей, посещая их адресно. Сейчас один из школьных ранцев благотворители доставили на дом. Можешь померить? Спасибо. Давай. Фонд «Мой Алтай» оказывает помощь детям из неблагополучных семей региона, считая их особо уязвимой категорией. Особое внимание благотворители уделяют жителям сел. Для нас важно, чтобы помощь получили по максимуму в каждом районе. Потому что мы понимаем, что жизнь в городе сосредоточена, там есть деловые связи и прочее, а в сельской местности зачастую помощи бывает недостаточно. Эта акция, по сути, дарит частичку детства самим детям. Заявку на получение ранцев из школьной канцелярии подали 45 районов края. До большинства помощь уже дошла, к оставшимся прибудет в ближайшие дни. Внести свой вклад в сбор детей к школе и не только может любой желающий. Для этого в онлайн-приложении любого банка нужно отсканировать QR-код, который вы видите на экране, и пожертвовать любую сумму. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком.